В области выявлен случай заражения африканской чумой. Это смертельно опасное для свиней заболевание обнаружено у животного, умершего в деревне Солодского Никаутского района. Наличие африканской чумы подтвердило лабораторное исследование. Для человека вирус не опасен, но среди свиней он распространяется со скоростью эпидемии. Бороться с ней можно только, пуская под нож все поголовье. Вспышки африканской чумы еще несколько месяцев назад были зафиксированы в соседней с нами Тверской области. После этого специалисты Россельхознадзора проводили специальные рейды по ярославским деревням, но меры предосторожности, видимо, все-таки не полностью сработали.